Блять, я только сейчас понял, как это выглядит. Не-не-не, я хотел показать состояние, как будто мне жарко и... будто бы мне жарко, я сонный. Понимаете? Ничего такого. В общем, неважно, я уже взбодрился. В общем-то, всем привет, друзья, с вами Брайан. Сегодня такой день, когда жарко, потно, лениво. Понимаете, о чем я? Да. Нет? Счастливчики. Я решил взбодриться одной очень интересной игрой. Она называется Trap Adventure 2. И она была популярна какое-то время назад. Это очередная игрушка наподобие Марио, только намного сложнее, как я понял. Я уже играл в подобную игру. Я играл в Cat Mario в 2015 году. А, блин, ну блин, ну блин! Я не могу. Так что посмотрим, как пойдет с этой игрой. Но я не думаю, что она сможет меня разозлить, потому что меня в целом сложно разозлить. Это неправда. Ладно, мне сложно вывести на эмоции. Так что я думаю, все будет хорошо. Я слышал, что эта игра особенно раздражающая, но... Здесь очень большая чувствительность, нужно сказать. Да, действительно, это нужно привыкать. Нет, на самом деле... Ну, то есть, вы думаете... Вы думаете... Нет, я вот честно, я не могу поверить, чтобы эта игра меня прям разозлила. То есть она настолько сейчас в спокойствии, настолько чакры мои открыты, или как говорят. Окей, в общем, здесь колючки, значит, нужно прыгнуть на краешек. Я, в принципе... Это было близко. Я, в принципе, знаю, как работают такие игры, так что да. Так, ну тут наверняка где-то сейчас будет... О! Нужно ли прыгнуть на следующую ступеньку, либо через нее? Попробую через. Окей. Ничего страшного, две жизни. Но тут наверняка что-то... Нет, мне пока что просто смешно, понимаете? Ну, то есть мне реально смешно, то есть я смеюсь. Значит, нужно, в общем, так, хоп. Потом обратно. Я понял, ничего страшного, гейм овер. Ничего страшного. Во-первых, ничего сложного. Во-вторых, ничего страшного. Сейчас быстренько пройдем этот уровень. Благо, помню, что тут нужно делать. Сейчас нужно собраться просто. Вот так, хоп. Стоп. Так. Я молча пройду. Как я в прошлый раз это сделал? Подождите, подождите. Ну, такого же не может быть. Это же... Я даже ничего не нажал! Ой. Не-не-не. Я не разозлен. Я не зол. Я не раздражен. О, мне дополнительные жизни дали. Так вообще. Оп. Оп. Ха. Ха. Класс. Ладно. Значит, здесь я помню, что так. Потом так. Что здесь? А, я знаю, что нужно здесь делать. Так вот. О, я гений. А дальше как? О, я сделал это. Так, но здесь, конечно же, мне просто так не дадут выйти отсюда. Что-то будет. Я, конечно, всего ожидал, но точно не такого. У меня последняя жизнь. А! Спина что-то заболела. А игра веселая. Блин, у меня локоть болит. Стоп, я только что сейчас подул на локоть. Для того, чтобы он прошел. Все, вот так вот быстренько. Даже это спидран. Я забыл, как тут проходить. О! А-а-а, сейчас она прыгнет! Блин, я испугался! Я знаю как. Оп! Нет, я ничего... Ни черта, я не знаю. Может быть, на краю надо прям стоять? Вы видите это? Я гений! Я гений этой игры. Ой, а чё... Ой! Ладно, я понял, нужно сюда прятаться. Что? Стоп! Да куда она убегает? А что мне делать? Стоп! Дайте мне хоть что-то! Дайте мне хоть какой-то шанс! А ты хочешь предостеречь меня, но я не собираюсь.
Да нет, я не схожу с ума, так как много дел еще надо сделать мне. Я не злюсь из-за какой-то игрушки. Я что, по-твоему, тупой? Ты знаешь, мне неприятна эта игра. Я что, по-твоему, игрушка для тебя? Я даже не знаю... О, мне дали еще больше жизней. Супер. Эта игра заботится обо мне и о моем психическом состоянии. Я даже не знаю, сколько уровней в этой игре. И вот что самое страшное. Стоп! Ну дайте мне хоть подумать! Дайте мне хоть подумать! Стоп, я понял. Кажется, я понял. Когда он сталкивается с этой фигней, он замедляется. Ни хрена. Стоп, я только сейчас заметил, что здесь еще какие-то кнопки есть. Вы видите это? Здесь можно приседать, твою мать. Так, окей. Здесь уже просто, ну, проще простого. Опа. Это что еще за херня? Получил. Так, стоп. Вот наверняка. Ну, она сейчас упадет, наверное. И как мне тут быть? Куда мне идти-то теперь? Так. Я понял. Да это нереально! О-о-о-о! И что делать-то? Блять. А у меня... Нет, у меня... Одна жизнь. Ладно, сейчас. Здесь я уже умею. Окей, мне дали дополнительные жизни, походу, еще больше. I don't mind. Там нужно успеть прыгнуть, но это нереально. Вы понимаете? Это нереально. Это так весело, это такая веселая игра, мне так нравится. Oh my god, 5 stars. Так, ну а тут-то что? Выглядит слишком сложно для меня. Кстати, ну а если вы любите поиграть в разные игры, но не во все можете из-за своего компьютера, потому что он дед, то советую вам воспользоваться облачным гейминговым сервисом MyGamesCloud. Благодаря этому сервису вы наконец-то сможете поиграть в... Макияж девочки-принцессы, украшения дома мечты модной куклы. Ладно, шучу. Данный сервис позволит вам запускать популярные игры с топовой графикой на любом железе, даже если у вас старый ноут или слабый компьютер, или телефон. А управляешь в игре на мобилке встроенным виртуальным геймпадом. Доступны игры из самого популярного лаунчера, так что дополнительно покупать ничего не придется. Просто запускайте и играйте. Не нужно ждать, пока скачаются гигабайты обновлений, патчей. К тому же сервис решает проблему вечной нехватки памяти на диске. Ну а если вы графодрочник, ну а если вы любитель графики, то сервис предложит вам картинку до 4К и 120 FPS. Специально для вас я оставляю ссылку в описании на сервис, так что регистрируйтесь и играйте. Ага, это значит у нас старая добрая блокбол гейм. О, я слез с нее. Ой. А, это монетка, которая подключает шипы. Нафига так делать? Докажите, это тупо. Это что, была последняя жизнь? Это же так классно! Так, все, сейчас нужно будет прыгнуть. Я гений. Что такое П? А, это пауза. Я гений. Я понял. Но это нереально же. Это нереально! Да это невозможно, понимаете? Это прям, ну вообще... Нет, это нереально, у меня две жизни осталось. А если я в другую... Это нереально. Вот прям вообще Unreal Engine 5. Хорошая графика. Смотрите, сколько у меня уже жизней. Ну, то есть игра меня все-таки жалеет. Она не хочет, чтобы у меня были проблемы с дальнейшим, с моей жизнью. Из-за какой-то игры. Очень сложный. Но я настолько уже стал профи, что прохожу все с первого раза. Блять! А, я понял. Она нажимается не обязательно в середине. Вот можно сюда переместиться и нажать... на кнопочку, и она будет здесь. И я могу так вот... Но это все равно нереально.
Куда она? Ой, я их размножаю, а нахрена я это делаю? Это история о мальчике, который улыбался всем своим неудачам и был счастливым, несмотря ни на что. Пока не сдох из-за нервов, которые он потратил на эту чертову игру! Окей, не, ничего страшного, все нормально. Это невозможно, это вот уже прямо на грани. Ну, на грани, то есть это прям... Ну, прям... Смайл! Смайл! No, please, get out! А, я-то думаю... На последней попытке, кажется, я что-то понял. Значит, здесь можно просто слезть в какой-то момент, как я полагаю. То есть нужно, чтобы он разрушил большую часть этих ограждений. Оп-оп, я слез! А что дальше? Ой, это еще что такое? Так, он потихонечку ломает стеночки. Меня, конечно, напрягают вот эти вот какие-то оранжевые штуки снизу. Потому что я так полагаю, что мне вот в ту дыру. Они мне просто не дадут туда пройти. Соответственно, походу, я уже проиграл. А эта штука вообще уже больше не... Так. Только не убивайте меня, Я пока спрятался, Так. Разбейте вон ту штучку. Молодцы, разбили. Так, дайте мне теперь пройти туда. Блин, я... Ну он, блин, ну это нереально! Он появился именно в тот момент, когда вот я уже прям лет... Ладно, может быть, двоих будет достаточно, отвали! Может быть, вдвоем они справятся, а они справились уже. Только, ой, нет, значит, так, как бы мне вот здесь вот справиться с этой непростой задачкой. Их все больше и больше становится, они теперь ко мне идут. Не надо ко мне идти, пожалуйста. Так, сейчас, может быть, как-то можно будет прорваться... Блин, ну я был настолько близок, то есть, понимаете, вот прям, вот такая вот хуёвина оставалась. Теперь у меня последняя жизнь. Если я не справлюсь... Блин, я опять одну оставил случайно. Но она, возможно, справится всё-таки. Ой, батюшки, ой, родные, ой, батюшки. Да ё-моё, ну это очень сложно. Я не сделал это, твою мать! Слушайте, а с меня хватит, я так хочу сказать. Это довольно-таки интересная игра, и, в общем-то, я, в принципе, прошел бы ее до конца, но не хочу больше... Ну, вы понимаете, не хочу больше играть, просто уже времени много. В общем, надеюсь, вам понравилось, и если хотите вторую часть, не надо. Ладно, надеюсь, вам было очень весело смотреть это видео. Ну, а с вами был, как всегда, Брайан, до скорой встречи, пока!